Привет, боец! Я продолжаю свои видеоуроки за здоровый, за трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека, за единоборство в жизни каждого человека. Сегодня будет очень интересный видеоурок. Также ты можешь посмотреть мои обзоры боев, интересных моментов, разбор техники хороших знаменитых бойцов. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк. В конце этого видеоурока есть бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно, просто кликнув по ним и подписавшись на рассылочку. Поэтому приятного просмотра и удачи в тренировках! Закрываться, пока противник работает прямыми, боковыми. То есть здесь прикрываться все время, не разводить локти. Боковые он может бросать на уши. У нас здесь закрывают предплечья и ладошки. Конечно, защищаться так постоянно не получится. Поэтому вам нужно противника прежде всего с себя сбросить. Как это сделать? Это можно сделать только с помощью моста. То есть ваша задача хорошо упереться ступнями в землю и сделать прогиб за счет таза. То есть подняться. Раз. Видите, какое действие. Противник сразу опирается на две руки сверху вас. Это все нужно очень хорошо отрабатывать с напарником, спокойно. Именно это действие. То есть, когда он наносит удар, сразу скидываем себя, он встает сверху. Дальше. Конечно, он опять вернется. Поэтому мы сразу это все продолжаем. Делаем. Раз. Он остался. Затем прихватываем его локоть своей рукой. То есть под локоть взять, убрать у него опору одну. И второй рукой правой упираем ему в корпус. И переваливаем таким образом на сторону. И вместе с ним перекачиваемся. Когда мы уже здесь, мы занимаем сами позицию мата. И еще раз сделаем то же самое, чтобы вы это поняли более подробно. Противник сверху. У него ровный корпус, он на нас сидит. Он сидит практически на животе и наносит удар. Он абсолютно не ожидает. Он, все мысли у него про то, как наносить удар. И мы делаем раз, бам, сразу захват, перекат. И отсюда или так противник лег, или сбоку, или рядом, это не имеет значения. Ваша первая главная задача, когда он лежит уже, забраться на него сверху. То есть пригрузить ноги второй рукой, чтобы он не поднял колени. Если поднимет колени, да, я уже не смогу так залезть. Но когда вы делаете перекат, вы тянетесь вместе с ним, сразу ноги пригружаете и залазите сверху. Вот эта позиция, в которую вы должны перейти потом.